Друзья, всем привет! Это парк Юбилейный, город Росаш. Вот простой летний будний день. Мы пошли с Машей погулять в парк. Она вон катается на карусели. Да! Вот. Там вот паровозик такой стоит, детей катает. Вон он. Вот он. Люди гуляют. Голуби тоже гуляют. Там у нас озерцо небольшое, искусственное. Катамараны. Это детская такая площадка. Вот качели, горки. Кафешки. Ну так, тенечек хорошо. Вон. Сеточка, дети прыгают тоже. Такой батут вон надувной. Еще один батут. Потом сейчас пройдусь. У нас колесо обозрения. Тут, вот, в центре парка стоит указатель. Аттракционы, вход в город, улица Просеева. Тут уже листья начинают сыпаться. Не знаю, видно будет колесо обозрения. Вот там колесо обозрения. Не видно его из-за деревьев. Аккуратно. Вот видите. Парк на ночь закрывается. Собаками гулять не разрешают здесь. Это из дерева сделано. Берендеево царство. Из дерева вот так сделано. Нет, простой. Летний денек. Не выходной. Выходной здесь народу море. Я не люблю в выходной день сюда приходить. Зелень, скамеечки, мусорки. Все культурненько, аккуратненько сделано. Че ты, Маш, на качели хотела покататься? Ну залазите туда. Сейчас покачаю их. Залази, залази. Сейчас я остановлю. Садись. Маш, ну сама не останавливай, я остановлю. Садись. Держитесь. Нормально? Еще выше. Да хватит, наверное. Вот теперь хватит. Все. Хорошо. А то этот пол входит. Ну и вот так мы отдыхаем. Там качельки, горки, карусельки. Это бесплатные, есть платные аттракционы. Короче, сегодня у меня выходной. Мы отдыхаем в парке. Всем, друзья, спасибо. Всем пока.